Facebook já é Вот. Поздравляю с наступающим воскресеньем Победы. Счастливо вам дороги. Спасибо. До свидания. Если уже нету первого... Открывайте дорогу, ребята, я не поеду. А если без фотки? Спасибо. У вас какое-то чувство разочарования, понятно, но... Слушай, меня этого не пустили, как бы, но я единственное, что могу прокомментировать, это... О причинах отказа неизвестно, значит, отказали без объяснения причин. Значит, первое, отказали всем участникам во въезде на территорию Польши, это первый момент, во въезде. Значит, и второй момент, это то, что руководитель группы, то бишь мне, отказали, ну, то есть меня внесли в санкционные списки и аннулировали визу, собственно говоря, запретили въезд в Шенгенскую зону. Чего, виза? Просто там аннулировали. Причины отказа они не объяснили. Для меня самого это загадка, так как вот у меня с сегодняшнего дня открыто именно Шенген, выданный Польшей, не какой-то другой страной. И именно с сегодняшнего дня мне сказали, что посещение мною государства Польши нежелательно. Вот, потому что там с какой-то отметкой.